Ик там хуйня делов. Все все знают. Мораль танчил же соло его, да? Ну, в соло вначале нет. Потом да. Ну, там... змеи выходят, они лицо ломают. Не сломают. Там. Я когда танчил ДКшником, я из прожимок три раза панцирь только нажал. Там ничего никто тебя не сломает. Короче, будешь когда танчить Громока, когда у него мало хп будет, дашь на него. У тебя вкачан повелитель рун смерти в Бладе. Есть такая хуйня? Третья там или вторая строчка, посмотри. Где конкретно повелитель рун? Третью строчку посмотри в Бладе. Ну. Повелитель. Три таланта есть там? Повелитель рун смерти. Когда вы даете кровавый да, удар, есть. Вот эту хуйню. Когда два кровавых удара дашь, у тебя будет 4 руны смерти. И когда появятся черви, ты захуяришь. 3 ЛПшки сразу в одного или даже 4. А потом уже кровоотвод, и который из земли вылезет, уже в него нахуяришь. И они просто будут тебя хуярить. Там они не шотнут никого. Который. Знаете все, да, про фазы червей, который под землей находится, он дает плевок в АОЕ людей. То есть, если под землей находится токсин сначала, кислотный, значит, он дает вот этот токсин. Вам нужно подойти к танку, который танчит червя огненного, которого хвост на полу, на досках. Вот. И тогда вы диспелите токсин. Если вы будете долго подходить, вы просто замерзнете на месте. Ну, танк, если будет к вам подходить, и в это время будет блевота, то вайп не цареет. То есть, ну, тут надо очень внимательно играть. Баблом вроде как скидывается, это на крайний случай. Ну, и это, и когда они закапываются, они просто меняются фазами. То есть, огненный становится с хвостом под землей и кидает дебаф в АОЕ. То есть, если вы вместе стоите, то на всех дебаф. А так он только в одно тело кидает. То есть, ренжу держим и в том случае. И этот зеленый становится ползающим, становится с хвостом на земле. И дебаф только в танка кидает. Плюс тот, кто ползает, всегда лужу за собой оставляет. И дает фронтальное АОЕ. А тот, который... как его, блять? Хвост под землей, он дает вертушку. То есть тот, кто хвост под землей, его бьют РДД. Вообще будем одновременно убивать. У нас потому что один милик. Милик всегда бьет тут, который ползает. Фазы меняются, меняемся. Че там, блядь, будет тело нам, нет? Так, так, Слава, рассказывай, что там у вас, где? Мы в их только летим. Вы закрыли кару? Да. Все, вы добрали людей, нет? Нет, одно тело нам надо. Кто у вас, шаман, сова есть? Да, сова есть, шаман есть. Элем, да? Эршам. Эршам. Так, я могу на Локи зайти, если надо, могу на Маги. Ну, кем ты больше дашь? Ну... Я думаю, Локом Афликом. Не? Да, вон мы Эйфорину взяли. Все, все без проблем. Закрыли, добирали людей, нет? Нет, 9. Так у вас там что-то говорили ДПС, а не... А кто у вас голову забрал? Нечаянно или космопол? Я забрал. Ну все, все тут. Даю пристабаф и начинаем сразу. Так. Ты чего? Сейчас я активацию подрублю, чтобы было проще.
соперников в огромном круге. Кстати, я в ШТП дал столько же, сколько и ты. Не просто, так что. Не, кстати, я нормально, если ШТП дамажит. Кризал Док Ара. Нет, ты даже больше дал, чем... Чуть-чуть вперед пойдите, и все. Десять. Ну, нормально. Ну, настакал чуть-чуть. Да в жопу. Можно ливать, это, блядь, не игра, это просто пошли они нахуй. Ну да, с хэпалом вашим. Не зажимайся в углах, а потом фраза «Ну, стань в углах». Сильно. Ребята, на кого? На кого? Говори. Ну, ты только что сам себе противоречил. Не зажимайся в углах, ну, стань в углах. Ну
Ребята, кто вас забрал голову с молча? Хорош. Слова. А ты сролил или забрал насильно? Спасибо, за что. Из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель. Ну, это по факту, ладно, по факту только коту и тебе. Он даем на роли. Ай, сова еще точно же сова. Сова я же тоже нормально, ты считаешь. Давайте не обогрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Был призван Гормор, сражающий Биви. Бой, герои! 5, 4, 3, 2, 1. Кризал Док Аран. Четыре, три, два, один. Кризал Док Аран. Ну разморозьте, блядь. Уйдите с лица. Теперь
А можно ебать, это, блядь, не игра, это просто пошли не нахуй. Да все отдавал. Ну в КД уже в тот момент было. Давай не ломать мозг, хорошо, спикайся, блядь, в танки погнали нормально. Так нахер мы тут, блядь, играемся в херню, блядь. Меня лужа не била. Ну мне они вдвоем в одно время начнут пиздить ебало. 5, 4, 3, 2, 1. Кризал Док Аран. Четыре, три, два, один. Кризал Док Аран.
Да. Как дела? Сейчас великий чернокнижник Милтон Гиппопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! Читайте это заклинание.
5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
Весьма трагично и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили, демон. Блядь, у меня микрофон оказался отключен. Я тебе отвечаю, что да, я шарю, я все сделаю. Подлые собаки Альянса. Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Ну я возьму танк, этот паладина и этот и рогу. Ну,
ему рогу забрал. И все же шип есть. Я же могу шипнуть кого-нибудь. Три. Два. Один. Кризал Док Ара. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа.
Надо было тогда во Фроста спекнуться, да и все. Не, я не успел даже прожать ее, я хотел законтролить палу. Убивали. То вчера. Это я встал и ничего не нажал, проебал тени. Нет. Ну, разыграл. А, нет, это шли. Ну, ты забрал, что не знаешь. Кто заролил Триню? Я, может, Роу кину? Нет, я Квазивер не отказался. Квазивер на демона бы не отказал. Thank you.
типа, блядь, я не знаю просто. Володамир же упал. Можно ебать, это, блядь, не игра, это просто пошли не нахуй. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Три, два, один. Кризалдок Ара. Это будет красивая победа. Во имя короля Лича вы умрете.
Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Мою империю. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Конечно, стратегии пиздец, я вошел. Кто сверки позбивает? Три, два, один. Кризал. Это будет красивая победа. Ну, моб, я в оглушении.
потому что не надо... Подними еще сфера третья. Уйдите в ту сторону. Первый. Рецептик. Добро пожаловать на испытание крестоносца. У меня есть дробяшка на ФДК. Надо кому-нибудь или я распылю ее сейчас? Забей. Можешь распылить. Да, блядь, все время закончилось. У меня. Мы ж перед РТ сходили на Алексея.